Кейн, мы на периметре. Выходим из карантинной зоны. Я сказала не приходить за мной. Не перевозбуждайся. Мы еще не пришли. Какой статус? Убежище еще безопасно? Пока. Камера показывает, что бессмертные приближаются, уничтожая все на своем пути. Да. Ну и ну. Держись, мы придем так быстро, как только сможем. Скажу тебе так. Я бы не надеялся на ее спасение. Они серьезно настроены. Да, как и мы. Мы не уедем из Сингапура без нее. Бессмертные убивают всех, кто находится между ними и убежищем. Наверняка где-то в округе еще шляются бессмертные. Нам стоит уйти с улицы. Согласен. Срежем тут. Минуем несколько кварталов. Слышишь? Я слышу. Чисто. После того, что мы сделали с ее братом, Го Сюлань действует из чистой ярости. Ее солдаты не щадят никого. Когда мы найдем ее, тоже не станет. Отвратительно. Что скажешь, Хендрикс? Постараемся от души. Сотрем этих подонков с лица земли. Как в старые добрые? Как в старые добрые. К тому моменту, как мы спасем шкуру Кейн, Тейлор и остальные будут далеко. Вот что бывает, Хендрикс. Сначала Кейн, потом Тейлор. Мы не бросаем своих. А ты точно знаешь, что она из наших? Опять начинается. Я сказал, убей их всех! Вижу врагов! Станет еще намного хуже до того, как будет лучше. Так я и знал, что не надо нам было здесь появляться. Вы не понимаете, правда? Тейлор, какого хера ты делаешь? Ты продал нас!
выдал секретные данные нашему врагу. Я сказал правду. За чистым вылизанным фасадом ЦРУ проводила незаконные эксперименты на людях, пока однажды все не рвануло, оставив сотни тысяч погибших и еще больше пострадавших. Спроси себя, кто же злодей в такой ситуации? Люди, пережившие катастрофу, которая случилась прямо у них на пороге? Или странные же полизы из спецслужб, которые все замяли? Бессмертные построили общество, пусть и испорченное, когда весь мир от них отвернулся и бросил их гнить. Возможно, они хотят мести, а может, всего лишь справедливости. Так или иначе, ты не можешь отрицать, что их гнев праведный. Тейлор! Кейн! Тейлор только что прорвался на наш канал. Кейн! Кейн пропала. Может быть, уже слишком поздно. Может быть, уже слишком поздно. Если бессмертные прорвутся в убежище, Кейн все равно, что труп. Курс наверх. Найди мне проход. Лучше тебе не ошибаться на ее счет. Тихо! Подожди, пока все отвернутся. Убей их, быстро! Черт, они знают, что мы здесь! Оружие к бою! Притормози. Мы же не хотим привлечь эту АОП. Надо двигать на крыше, чтобы понять, что нам предстоит. Черт! Будто у бессмертных тут партийный съезд. Буду прикрывать тебя сверху.
за усиленный патруль бессмертных. Не спеши. Не останавливайся. Быстро! Черт, они знают, что мы здесь! Оружие к бою! Стало жарко! Синхронизируемся! Придется прорваться через офисное здание впереди! Иди вперед, я прикрою сзади. Ты точно не хочешь развернуться? Исключено, Хендрикс. Мы не покинем Сингапур без нее. Они прорвались в убежище! Я укроюсь в бункере. Активирую черный код. Хорошо, что ты еще жива. Ты слышала, что Тейлор прорвался в наш канал связи? Он связывался с вами? Что он сказал? О чем Тейлор вам говорил? Они идут! У нас снова пропала связь. Нет, это что-то другое. Я поклялась отомстить. Вы построили стены, чтобы огородить слабых и больных. Вы отвернулись от них, забыли о них. Сегодня дети вашего апокалипсиса пожнут плоды мести и ненависти к тем, кто стоял и смотрел, как они умирают. Вы сами навлекли это на себя. Косюлань? Как? Я дал ей доступ к нашим протоколам связи. Тейлор, чего ты хочешь? Что тебе нужно? Решение и ответственность всегда лежит на одном. И я хочу узнать, кто это. Зачем? Я хочу узнать, как глубоко идет эта кроличья нора. Те машины могут быть преимуществом против снайпера. За мной! Давай прорвемся до убежища! Стой! Ты это слышишь? АОП! Укрытие! Отвлеки огонь на себя! Я займусь его активной защитой! Бей ракеты, пока защита в отключке!
Защитная система снова активна! Наши каналы связи. Теперь мы не знаем, кто слушает или говорит. Так, надо достать Кейн. Черт! Похоже, операция закончена. Найди нам транспорт для эвакуации, Хендрикс. Ты меня разыгрываешь, да? Она поджарилась. Еще есть шанс! Эй, ты меня слушаешь? Она мертва, смирись с этим!
ваш друг. Она хорошо сражалась. Что ты с ней сделала? Она больше не заговорит с вами. Теперь она будет молчать. Вы увидите. Оставайся на месте, Хендрикс. Еще не все кончено. Ты что-то хотел сказать, Хендрикс? Я просто заметил. Ты весь в крови.